Справа, слева, сверху, снизу, в центре актеры могут появиться откуда угодно. Новый зал театра «Самарт» оснащен самыми современными техническими новинками – видеоэкранами и пультом управления, поворотным кругом. Дополняется этот смелый проект трансформацией зрительских кресел. Одним словом, все это пространство сценическое. На этой площадке, беспортального этого пространства, можно разместить 3 спектакля. Я всегда привожу этот пример. Там можно разместить «Мамаша Кураж», допустим. Здесь «Бумбараш» может быть размещен. А вот это, тоже... Это не балкон, это игровая площадка, где тоже есть определенные механизмы. Там может быть «Счастливый Ганс», ну, например. Реконструкция здания готова на 90%. Здесь может быть динамичная декорация. То есть стены зала – это продолжение зала. То есть медиаэкран, картинка, начиная от поля с березками, да, заканчивая там триколором во всю стену. Мы можем сделать любое изображение на стенах. Новый зал может принять до 600 зрителей. Кроме сцены, сделали гардероб и грим-уборные для актеров. О необходимости скорейшего завершения работ по реконструкции говорят на высшем уровне. По определению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, культура – это активная память человечества. Это такая же базовая ценность, как патриотизм, уважение к истории, преемственность традиций. Живая связь этих ценностей и составляет духовно-нравственный стержень нации, без которого невозможно решение ближайших и стратегических задач, не может быть процветающего государства. Это действительно знаковый объект – театр юного зрителя. Все и документация наконец-то вся готова, и Николай Иванович подтвердил финансирование на следующий год под завершение. Я думаю, вы сами убедитесь в том, какой он уникальный и красивый, когда мы будем его открывать вместе с вами. В первую очередь гостиница была открыта еще в 2006 году, после чего приступили к созданию единственного в своем роде проекта театрального комплекса. Новой сценой он не закончится. Впереди третья очередь – реконструкция малых залов и фойе. Ведь роза пахнет розой, хоть розой, назови ее, хоть нет. Знаменитая сцена на балконе из «Ромео и Джульетты» могла бы выглядеть совсем иначе, будь она поставлена на новой уникальной сцене театра «Самарт». Кто знает, может быть, такая постановка еще и будет, а пока к открытию готовятся 2 спектакля – «Иванов» и «Горе от ума». Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.